я спою такую песню в качестве эпиграфа. Хозяин бедный Лёва имел 4 дома, отобрали все его дома. Теперь он тихий, смирный, имеет ювелирный магазин напротив ЦПК. Это одесская песня. Всю не буду исполнять, это эпиграф. Пустынника звали Муравьиный Лёва. Когда-то он имел 4 дома и ювелирный магазин, но при очередной социальной заварушке, которую периодически устраивал его завистливый народ, все у всех решили отнять и поделить так, что никому почему-то не досталось, а у всех все отняли. Лёва решил, что это Божий знак, ушел в пустыню, вырыл себе яму в песке и стал там жить. В пустыне торчали памятники предыдущих эпох, зиккураты, менгиры, дольмены, и люди всего света с неопределенных стран съезжались глазеть на эти чудеса и периодически проваливались в Лёвину ямку. Тот помогал проваливаться, ловко орудуя на дне лопатой, песок с краев осыпался, и зазевавшийся турист мигом оказывался в Лёвушкиной ловушке. Тут Лёва начинал ему проповедовать созданную им смесь иудаизма, христианства вперемешку с другими монотеистическими конструкциями. И если тот не соглашался, отпускал за некоторую мзду, предоставляя лестницу, а уверовавших рассылал по всему свету проповедовать, заставляя перед этим изрядно потрудиться над углублением своего подпесочного храма. Ловко орудуя лопатой, сам сложа руки не сидел, и яма становилась все глубже и шире, зиккураты и прочие оползали в нее, народу стало нечего смотреть, да и пустыни практически не стало, одно ямище непомерной ширины и глубины, откуда теперь никто не возвращался, да и самого Лёвы не стало ни видно, ни слышно, только нарастающее гудение подземных сил показывало, что работа по углублению продолжалась, и там уже, видимо, добирались до магмы. Увы, скорее всего, добрались, потому что однажды та вырвалась на поверхность, выпустив предварительно тучу вонючего дыма. Залила чуть ли не полмира, а потом застыла причудливыми разводами. На остальной части долго никто ни у кого ничего не отнимал, а потом все пошло по-старому. Лёва, трудящийся как муравей, остался довольно безобидной легендой, а для некоторых и своего рода пророком чего-то довольно туманного, но в общем достойного подражания. А совсем безумные указывали на то, что во многих местах подземный гул очень даже слышно, и Лёвина работа продолжается, несмотря ни на что.